нас в гостях главный тренер футбольного клуба «Армавир» Арсен Патрикян. Арсен Борисович, я понимаю, результатом вы не очень довольны. Как вы оцениваете игру? Игра сразу сложилась для нас не просто, потому что то, что планировали, как хотели играть, не получилось, потому что пропустили быстрый гол. Поэтому, естественно, быстрый гол вносит коррективы в игру. Но, тем не менее, не торопились, старались, пытались играть в футбол. Единственное, в чем мы уступили, это, конечно, реализация. То, что соперник три раза ударил по воротам, ну, четыре, может, забил три мяча. А у нас какие-то подходы были, входы в штрафную, но именно концентрация завершения атаки у нас хромает на протяжении уже шести туров. Мы в каждой игре практически имеем преимущество над соперником, но, тем не менее, результат отрицательный. Пропускаем какой-то нелепый гол, атаку какую-то непонятную и не можем добиться желаемого результата. Но так, что касаемо самой игры, содержания, если не брать результат, там, ну, даже оставаясь десятером, мы пытались играть в футбол, пытались комбинировать, пытались, как бы, играть вперед больше, прессинговать при потере мяча. То есть, ну, игра тот блок, который нравится, наверное, болельщикам. И нам самим единственное то, что только забитых мячей нет, а так, в принципе. Ну, все, в футболе не бывает случайностей, все закономерно. Раз счет 3-0, значит, мы действительно были слабее соперника. Значит, у них исполнители более качественные в атаке играют. Не более качественные, а более, как бы, сегодня, наверное. Вот. Было на вашей стороне был футбольный блок, так скажем. Потому что первый гол вообще непонятный, курьезный. Бьется мяч об землю, летит 3 секунды, бьется об землю, залетает в дальний угол. Второй тоже, третий, там, ну, еще раз 10 даем, пробить, он в угол не попадет. Но, к сожалению, у нас затягивает все туда, все, что можно. Где-то грешим, наверное, мы. Понятно. Спасибо. Вопросы? Алексей, пожалуйста. Арсен Борисович, ваш визави Рустем Кузин на прошлом домашнем матче жаловался, что игрокам, ну, сейчас очень плотный график, игрокам не хватает времени, чтобы восстановиться. Вот у вас со времени игры в Чертаново прошло 4 дня и только одна замена в стартовом составе. Плюс вам предстоял большой такой перелет. Все хватает, то, что вы видели, они десятером даже преимущество имели. Поэтому зачем менять людей, которые... На четвертый день, наоборот, выступают суперкомпенсации. На третий день тяжело играть, а на четвертый, наоборот, футболист еще более на высокий уровень выходит. Поэтому я не вижу, как это проблема. Нет, проблем никакого. Наоборот, даже лучше играть на четвертый день. Спасибо, хорошо.